Всем привет, с вами Роман Раскольников, я играю в игру под названием Помали. Это азиатский хоррор про индонезийский фольклор. Здесь существует 35 концовок у первой главы, и я получаю в каждой серии по одной концовке. Сегодня я получу концовку под названием Вердос, что в переводе на русский как передозировка. Я ее нашел случайно. А в общем-то, давайте я покажу, как я ее нашел. Так, я не думаю то, что там надо что-то делать. Я просто убирался дома. Но мне кажется, чтобы эту концовку получить, убираться в доме не обязательно. Нужно подождать третий день, до третьего дня. Я сразу пропущу все это. Даже, возможно, спать не буду. Можно через этот... вернуться да, завтра. Так, наверное, даже лучше сделать. Мне надо попасть в родительскую комнату, в общем. Комнату родителей. Получить, да, на концовку. Я не совсем место запомнил, конечно, но... А, ключ нужен. Ну ладно, тогда. Тогда я пойду спать. Я его чисто случайно нашел. Там, короче, надо лекарство отцовское выпить. Так, пропускаю этот диалог и спрулю сразу до еще один. Так. Потому что я только на третий день смогу в комнату родителей. Так, диалог опять пропускаю. Тут одно и то же, короче, говорят. Не важно, что я творю, что я делаю. Всегда один и тот же диалог с риэлтором. Я так понимаю, это риэлтор. Так, чтобы светло было. Пускаем. Сидит нормально. Она странно смотрит на меня. А, фото кака. Seperti menatap saya. Отлично. А, нет. Подождите. Дверь закрыта. Что-то... Картина не хочет. Опа. Опа, все, наконец-то. Что-то я тут много запутал. Так, сейчас надо вспомнить, где я лекарство нашел. Я вроде в шкафу их нашел. Так, документы. Где их нашел? Я ведь их где-то видел. Это не то. Так, я же вроде здесь где-то их выпил. Здесь. Я уж, блин, забыл. Вроде это было здесь. Где я их нашел? Я просто все подряд там нажимал, делал и случайно выпил. Кажется, я уж потом понял то, что это.
Найлз. Ногти. Крем. Может это не здесь было? Я же вроде здесь пил. Странно. Странно. Очень странно. А, вот здесь, наверное. Вот-то. Отец. Да, 19-7. То есть 1900. Это же здесь были. Может, я их не здесь нашел. Я их прошу. Так, надо на кухне поискать. На кухне это точно не. А, вот здесь, наверное. Листок бумаги. Так, ее ребенок на один. Так, ясно. А, вот медицинская бутылка, вот точно. Да, я припоминаю, вот она здесь стоит. Я помню, ее где-то здесь выпил. Мне что-то казалось, то, что я ее выпил, а в шкафу нашел бутылку.
Так, передозировка. Яко может снова воссоединиться с семьей. Он сможет увидеть своего отца, свою мать и особенно сестру, хотя это самым неожиданным образом. По крайней мере, семья снова вместе, не так ли? Встретился со своей семьей. Выпил какие-то таблетки. Так, о, что-то мне новое прислали. Привет, приятно познакомиться. Меня зовут Стив. Я скачал твою демо-версию и поиграл ее неделю назад. Я также видел, что вы ищете некоторые ссылки об индонезийской культуре и призраках, которые бы соответствовали вашему проекту. Как индонезиец, чья семья на самом деле участвует в мистическом бизнесе, мои дяди шаманы, а моей матери есть какая-то сверхъестественная сила, которую я действительно не понимаю. Я просто хочу дать вам, ну не предупреждение, а что-то вроде совета. Это другой мир, который вы пытаетесь разгласить. Ужас в Индонезии действительно близок к нам, повседневной, к нашей повседневной жизни. И призраки, и демоны, вообще и призраки, и демоны, они действительно живут среди нас. Я просто хочу сказать, что, пожалуйста, не пытайтесь копать слишком глубоко об ужасе. Просто оставьте их в покое. Они не хотят, чтобы их беспокоили, и вы тоже. Если ты будешь продолжать в том же духе, думаю, они разозлятся и доставят тебе столько хлопот, что ты один и не сможешь их описать. Я надеюсь, что даже если это так внезапно и мы даже не знакомы друг с другом, ты поймешь мою обеспокоенность и попытаешься избежать гнева призраков. С уважением, Стив Виджанко. Виджанарко. Так, теперь посмотрим, какую я концовку получил. Так, вот какую-то из этих... Нет. Это была. Так, это тоже была. Я вот в прошлой серии ее вроде получил. Да, вот 26-я концовка. Под номером 26. Так, и что мне тут добавили новое? Вот это вроде, да? Гвозди. Зачем мне гвозди? Гвозди, так гвозди. Ладно. А, еще какая записка. У меня каждый раз все больше и больше записок повсюду наклеены. Хотя нет, вроде. Ладно, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.